Проще. Во-первых, вот вам ссылка на Discord наш. Она будет вот здесь. Вот это ссылка. А насчет приглашения, ну, сейчас так по Steam. Говори, говори в чат. Да-то скачай, где там, где ты ее качал в прошлый раз. Не знаю. Так же сделай. Привет. Привет, привет. Привет. Вау. Вау. Слушай, а вот ты присоединился ко мне, а чё ты остальных не могу через Steam позвать? Это как-то... Пизда там. А нам надо через Steam. Я через Steam тоже не могу. Так. Нельзя я через пока Steam. Не... Я через... Тогда что давайте еще? Так сделаем. Ищите просто список серверов с названием Голдиатин и присоединяйтесь. Я через историю захожу. Конечно, да. Должны. Да, нормально. Чё, у меня нормально. Ну, само собой. Я чуть не могу найти Голдиатину. Сейчас это немного читер с конфигом. Ничего страшного, мы все дадим. Я с конфигом. У меня просто все игроки зеленые. Пока в разминке поиграем, а пока остальные будут искать, присоединяться. Ну что народу в конфе много, а зашло только 4 человека. Steam почему-то не хочет приглашать, так что сервер браузер найдете. Я пока не могу найти почему-то. Или он где-то внизу? Отфильтруй по списку игроков с самым маленьким. Или по названию, обычно ты ехал. Самый первый в списке, у меня, по крайней мере. Вау. У меня вот нет. Самый первый. Так вот еще не зашел. Попался, дружище. Оу-е. А вот все вижу. Нашла? Отлично. Да. Да, даже на официальной странице покупается теперь все через Steam. Nice. Хорош. По сути, да, Данил, если у тебя аккаунт есть, ты можешь зайти опять же туда. Это самое через... простое в воздухе сбивать. Шигис. Регистрировался, вот как-нибудь зайди, не знаю, через этот сайт Quake Life. Ну еще бы, не классно. Можно 100 прагов захерачить, чтобы не скоро закончится. Вот прыгни, прыгни, давай, прыгай, я тебя в воздухе. Да, только когда мы проверяли сервак с Фаблером, к нам Гога зашел и еще человек 7. 9-7 человек. Че, кого, где сервак? Да, наш. Мы не будем, наверное. О, ясно, понятно. Ну, минус один человек точно, потому что ему придется покупать. Можно начинать, в принципе, да. Ну, может, чуть попозже присоединиться. Угу. Я тогда фраглимит на сок бахну. Как раз мы подольше поиграем. Мы на Honor на файтерах играем. Overwatch, да? Первый раунд. Это гибчик. О, ну я, само собой. Так что, без квики. Чё, где там Раптор? А он на даче, скорее всего. Выше всех квики хотел и решил чесать на даче. Не, он больше всего в Unreal хочет.
тот чувак, который не будет, скорее всего. Он не может никак Quake скачать или что-то. Ну, раньше играл в него, но он сейчас не может в него играть, потому что на платное стало. Нет. Не успел. Нет, по-другому. Через Steam скачал. Ну, я удалял ее, но у меня осталась кнопка играть, типа она у меня есть, зарегистрирована. Ты чё? Чем же? А, ну да. Никто не орёт. ZX добавил вас в свой список друзей. Внимая, друзья. Печатает. Кто-то там кемперит, что ли? Ну да. Я хоть бегаю. Один чувак на месте бегает, принимает. Ну он крут. Очевидно. Ай! О, левачок зашел. Или наш. А Коснейк кто? Никто? Пускай не будет. Вот как так-то, а? Как так-то? Зел приглашает вас в свой клан. А зачем? Что ты к нам за... в друзья приглашаю, просто я не могу найти вашу игру вообще. Чё-то не понял ничего здесь, что все изменили. Пытаюсь найти вашу игру именно по имени, что-то... Там в Silver браузере можно найти. Вот смотри, main menu, play, match browser. Смотрим. Да-да, я заходил туда. Сейчас найдем. О, Моч зашел, Убик. Сейчас он будет с нами. Зашел он уже, да? Сейчас он будет с нами. Его Костя зовут. Угу. Он в Дискорде будет? Да, сейчас. Отлично, вот откажись он. Алло, Костя, привет. Так. Сервак наш, да, в принципе, не особо видно. Сервак, он по Стиму не приглашает, вот надо его в матче в браузер найти. Так. Тихо. Ой, опять пол. Можно еще, в принципе, в вкладке Friends найти, самое верное. О, точнее, в списке серверов фильтровать по друзьям. У меня, честно, в Quake фильтр очень такой. Ну, фильтры, да, тут тугие. Ну да. Слушай, а вы не хотите, чтобы я сервак пересоздал, чтобы люди нормально зашли, а? Не заходит. Вот я ищу в браузере, матч-браузере. Пока найдут, уже закончится. Давайте реально рекустану и все будет. Окей. Так, чуваки, сейчас сервак рекустанем, если кто не с нами, перезайдите потом. Потому что жопа какая. Я даже перезапущу вообще весь квейк. Да, ту же самую карту делать. Какую? Где? Ну, это стандарт, окей, давай. Так, интернет. Угу. Инстагиб на карантине?
Вот, давай лучше это, потому что стандарт уже, чувствую, всех поперек лодки стоит. Сейчас карантин найдем. Так, карантин. QRS. А, вот тут же есть на... Блин, тут же фильтр есть, я и забыл. Вот, карантин. Режим. Инстагип префорал. Мне кажется, из-за режима просто не пускает народ хз. Тут еще... А. Ну все, погнали. Я думаю, сейчас все будет окей. Найс. Да. Так, мы, наверное, с Данилом другое. Просто мы хотели вместе порубиться. Если что-то другое будет, пишите. Просто что-то мы не можем никак. Так, ну что, а сейчас-то можете присоединяться через Steam, правильно? Вы же сейчас через Steam присоединились? А, ну да. Да, я могу пригласить. Все, тогда найс. А вот Зел ушел, а как раз вот можно через этот... Сейчас все работает. Да, да, я понял. Вот, вот это правильное решение, это прям. Prepare to fight. Да. 3, 2, 1. Lead lost. Кто-то уже это, да? Да, это... меня убили так сразу. А, все, ниндзя уже тут. Вступил в игру. Все, теперь можно через Steam заходить. Если кто не зашел еще. Ну и плюс список серверов. А чё, он так и не взял? А, всё ясно. Понятненько. А ты Юлю звал? Я звал, она не хочет. А лучше побегай от маньяка. Я и Марка звал. Но тут не пойдет. Главное, я ему пишу, пойдешь в Quake Live? Он говорит, не, говорит, пускай задроты в УТ 4 рубятся. Не понял, почему это висел в Quake. А в чем проблема в Quake пойти? Мы в Quake предлагаем. А он думал, что... Да. Ничем. Ничем. Да, игры совершенно разные. Или боится, что мы упорвем? Ну так и будет. А он вот и не играет, он считает, что эта игра не очень. Она же в префальфе. Да, все еще в раннем доступе. Столько лет спустя. Они там обязательно графон подтянут. Здорово, Манрили. Да-да-да, в этом Бавейкне. Там же есть пользовательский мод для сетевой игры. Ну, отдельно, да. Ну, она считается как мод. Или она плохая, или мало кто в нее рубится. Юбик. Юбисофт. Дайте мне. Угу. Да. Ну просто на месте ходит и стреляет. Обидно, блин, за такого. Вот вообще, блин. Вот прям душу больно. Мы сейчас пока остальных Quake пригласим. В общем, мы тут будем сидеть, если будут какие-то предложения, то зовите с тобой. Окей.
Блин, с таким бингом играть, конечно, блин. 0-10. С пингом? Ну. А пинг, потому что я свернул. Сейчас все будет. А хотя нет. Дело даже не проиграет. Короче, я пью Скорпио. Где её найдёшь-то? Вообще позвонить. Только присел. Да. Вот с ума стоим, пожалуй, сотрудник. На то ясно. Так, слушай, Хаун, ай, черт. Ай. Это был звук имперского марша. Сейчас будет фрифор. Нет, зачем? Он сам. Он сам режим меняет. Микрофон не мешает. Пришло время. Для фрифорола. Одну карту с нагибом, одну с фрифоролом. Норм. Three, two, one. Психушка? Ну да, клёво вообще. Lead lost, lead tied, perforated, lead taken, gauntlet humiliation. Она пошла, блин. Полетел. О, еще один новый псих зашел. Lead tied. У Ubisoft-то истекло время. Да, еб моя. Ай, сложно. Чпуньк. И прям в портал. О, Вадик. Следующий, пожалуйста. Сучка, как ты так выпрыгнул до туда, а? Ты вообще Starbound релиз. Интересно, что там изменилось? Или ничего? Все в портал, да? Не, ну ты охренел там. Сбейте его с портала. Сидит там с квадом, с пилой.
пилится. Хороший. Ай. Больно. Сколько ты там напилял? Ух ты там напилял. Оу. А-а-а. Ну да. Да. Не, у меня любимый дробовик. Ну и ракетница. Это за мир. Угу. Че, тоже сидит на портале, да? Надо сбить его. Уйди, 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 уйди. Рыц. Ай, что тут за звездный войн у нас? Да, барин. Звук херовой озвучки. Это вы специально, блин, заранее стреляете. Ну а да, смысл. Это все читы. Да вообще. Магия. Вонтики. Мне кажется, что это читер. Заранее стреляет. Да? Я вот просто выхожу, он мне сразу же стреляет. Только ряпнуть. Это вообще. Он сейчас сидит в дискорде, охуевает. Ты читер. Читер. О, злой дед пришел. Да, даже злой дед зашел к нам. Вот это. Сам дед, боже мой. Неизвестно кто, но он у меня тоже есть. Да. Агеста, нихуя ж себе. Агеста пришел. Агеста, заходи в дискорд, когда сидим. Если в дискорд нет, заходите, мы там собрались. Трусишки, мисишки. Ой, дай стрельну. О, дед убил. Класс. Никогда. Злой дед бессмертный. Как он это делает? Злой Ивл. Не, ну это вообще. Агеста, ну ты просто мясник. А, у тебя скин синий, я думал, ты квад взял. Это обманщик. Синим скином эмулирует. Осталось три брага. Да мы можем продлить ЧВ, нет?
Сколько там проглимит ставить, говорите? Окей, соточку. Чуваки проглимит до сотки подняли. Наслаждайтесь. Да, ГГ, все. Но не тут то было. Еще сот. Да, до соточки. Не, ну а только вошли, ребята, скажут, что ууу, какая клевая карта, мы опоздали. Ясно, понятно, но ты вообще... Нормально так. За голову ясно, понятно, награда. Щиты до телепорта, да? На мосту не сиди, блядь. Карта позволяет, отвечает сенсей. А совесть? О, правильный вопрос. А совесть не позволяет, да, Зуза? А все, его уже убили. И главное, все в портал ломанулись, а? Пипец вообще. Проверять. Да, точно ли он там сдох? Или нет? Да-да-да, а то вдруг он там... Буду на плазме сидеть, ладно. Просто ради рекорда дэмэджа бегут, да. Так вот, один уже взял. Ачивка Медир, ну наконец-то я ее получил. И то случайно. Да ё-моё. Почувствую себя в Overwatch. Ну, Overwatch. А чё, взял кто-нибудь с вебера дрочный? Не удало бы кусков за собой, наверное, не имеется. Не, ну, блин, это просто... Вот просто, блин, автоматика, чёртова. Ух, эршот какой. И зараза, маньяк, брат. Отнимать лихо. 5 минут или... Да, 5 минут или еще несколько. Ясно, понятно. Ты там поднажми, а то 5 минут осталось. Сидишь там на своем телепорте, вот давай выбегай. Не, для такого, наверное, слишком маленькая карта. Надо менять. Ну, сейчас поменяем. Тут всего-то 13 человек. Всего-то. Ты бы видел серваки, настроенные, у них рейлганы стоят. И они на лонгест ярде рубятся. С рейлганом. Нормально. Сучок 20 делает. Я. Да ты охерел. Подойди и забери, слышишь? Нужно больше блюдов. Мы
Можно, в принципе, клонаринку замутить, если кто-то скажет, какие мод называются. Вернее, код. Если кто скажет, как эта карта называется. Пошел? Ладно, я чемпион. А, не. А как же? У тебя голос как у терминатора стал. Да-да-да. Не, не сейчас, а когда это. Когда вдруг голос. Не сможет. Это вызов. Ах ты летящий жопа. Да вообще. Просто. Нет. Не, ну ясно, потом точно читал. Так, чуваки, ну чё? Давайте, чё, рекостанём? Сервачок, да? Да-да-да, просто рекостанёмся, чтобы всё правильно сделать. А то же консолька тут куцая. Искал-искал я команды консольные Quake, мне только половину нашли. Какую? Может, Devilish как раз? Для клана арена-то? Самое то, мне кажется. И ты предлагаешь на этом в клан арену? Вот на этой, на оверлорде. Как, какой там режим у клан арены? Под GameTube какой? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не, давайте лучше рихостанем, иначе хер пойми до чего найдет это. Тогда клан арену сейчас мы мапу поставим. Ты пока найди и скажешь мне, как она называется, окей? Так, вот, дефолт клан арена.
Угу. А ты пока скажи, что за карта, как называется. Ты помнишь, как она называется? Вот буковку нажми. Давай, скажи, как она называется. Как она выглядит? А, все, понял про что ты. Здорово. Привет. Я понял, что за карта. Сейчас. Я понял, понял. Я тоже помню эту карту. Она была в этом, в дополнении к Ланарину. Мне кажется, ее просто убрали. Или она где-то исчезла. Бля, Агест у тебя пиздец фонит. Я знаю. Так что мы тебя немножко потише. Угу. Слушай, ну давай в жопу, давай Capture the Flag сейчас поставим. На карте Fleur Overlord. Ты хочешь эту? А да... Ладно, давай на Overlord. Тогда чё, Capture the Flag, да, ставим? Давай. Можно заходить. Здорово, Алистер. Присоединяйтесь, господа. Не надо, можно через Steam. Вот, уже тут половина сидят. А, хрен, захват, да, флага. Нельзя через себя. Блять, ну почему так, а? Он через раз заводится. То заводится, то не заводится. Блять, сейчас опять их остальные. Да все уже, я сейчас извинюсь. Вот эта моча мне не нравится. Через раз заводится. Сейчас все сделаем. А где вообще выделенный сервак-то для Quake скачать? Потому что выделенные пилить, а? А то уж это слушающие, они соснут, и все. Так, я сейчас тогда всех в лобби пока запихну, игровую, чтобы вы автоматически присоединились, если что. Я уже здесь, да. Ну, на всякий случай, да, иначе можно так и пиздиться. Ну, кто ж знал, браток, кто ж знал. Да. Красава. Алло, Ник, привет. Привет. Вон, наконец-то. А то там банками себе звенит, блядь. Уже в прошлый раз убивал, сейчас буду. Блядь, это угораю с тебя. Все, можно через Steam. Можно через Steam присоединяться, отлично. Заработал. Что-то у нас в синей команде. Многовато. Вообще будет найсовая рубилова. Только проверим мапу. CG map. Или как там, SV мапу, да? 3, 2, 1. Окей, давай. Люблю стражить флаг. А, мы уже здесь? Баблер, заходи за красных. О. А, типа все с ракетницами? Нет, тут все оружие есть. Я сторожу, короче. Алистер, у тебя ник изменился в схеме или что? К нам бежит. Да.
Ну, короче, если что, присоединяйся через Steam. Он уже там. Все уже там? Ты Риф Тигр. А, я заблудал, я не флаг. Бля, а я и проспал. Ну ладно. Бля, подобрал повара полета, не знаю, как его использовать. А, ну да, на это же должен быть. Во, у нас назад он не лежит. А ты как же тут пока какой? Только не кис, только не кис. Зараза. Не, дорогой, так не будет. Слишком. Свернули, да? Нет. Вон гоблю вытащит. Your flag taken. Все, уже вернули. Уже вернул. Да вернули, видишь, вот. Все нормально. Я теперь буду здесь. Надо будет дискорд потом это шумоподавление восстановить. А тут так, конечно, не делаю. Одного выстрела слышно, второй банками грохает. Пиздец. Да, Никит, прекрати громко банк. Так, у нас... Сделай тише, тут можно так. Ну, тебя можно, да, но не все. Бля, хотел руки джамп сделать, называется. Сам себя грохнул. Флаг собрали наш. К нам еще бежит зеленый. Зеленый. Вали его. К нам бегут. Не, карта, конечно, для запасы. Тут бы что подинамичнее, например, Overground, плевак. Еще кто-то присоединился к нам без кого. Zedex. Пришел и вышел. Ну, не сказать. Нет, БД. Это БДСМ. Да, сучка. Не, из меня дефит херовый. Пойду-ка. Ай. Пойду-ка агесту убью. Задолбал. Да ты маг. Ой. Уж такой слабенький. А, ты себя ракетами дамажишь. Да. О, ребята. Я бы на вашем месте просто поберегся бы. Пиздец, колокольчик, кто там расчислил-то? У Никиты, я же говорю, он гремит, или бабка его гремит, не знаю кто. У нас флаг собрали, что ли? Да, у нас флаг забрали, у нас. Не, нет, не, на вражеской базе. Бля. Да еб... Разъебали меня. Ой-ой-ой. Серьезно. Лайк, где бы жизни мы найти? Ни хрена их там. Ну кто там, Камикадзе? Здрасте, здрасте. Кстати, у кого еще этой ачивки нету, есть шанс получить ее, потому что она самая редкая, 0.5%. Там 0.5 против всех игроков, которые в игре получили. Камикадзе кому-нибудь убить. Бля, что как косой-то, а? Джингл Беллс, Джингл Беллс. Как это заебал. Джингл Ловер Беллс. Что-то там. У него опять Камикадзе у злого деда. Злой дед, ты чё такой злой-то, а? Камикадзе меня обвешался. У него бомбит.
О! Вот, вот это обмануло. Хорошее сравнение. Никита. Никита заебал. Во. Точнее, на три попадайся. Сейчас снова. Заебал, только извини. Бать вас тут. Да, 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 у него полет врубен. Что? Он убил? Новый модный хэштег. Заебал все. Некий ты мем. Никита Рождество. Хочешь слезать с окормён? Не виноватый. Он сам меня залез. Никита. Бахары там гремит. Она гремит там как сумасшедшая. А может быть уже? Башки некуда. Ну ты будешь ко мне поднимать? Нет, ты будешь. Бля, там застрял. Застрял у него. Не так вернули, сейчас. Enemy flag taken. Бля, какое Рождество. Да, сейчас исправим. Карта слишком большая, дядь. Ой-ой-ой-ой. Здоровенная, как? Ну и заебись. О! Ubisoft. О! Ложись! У Ubisoft был камикадзе. У Ubisoft была камикадзе, но... Ай-яй-яй. Чё такое, один фаг захотели, да? Я просто не в курсе. Вот тут физика движения прям охеренная. Реально, о, прям в пол идешь и унижается. Тащи ее уже. Что-то новенькое. Да. Который херачит колокольчиками. Гога, ты как-то распрыгался, да? Он просто с гигантской скоростью полетел. Enemy flag taken. От стены или от... Я прикрываю. Давай, давай, беги. Джингл болит. Бля, это сам по себе. Даже надоело ему крутиться. Он решил погулять. Нормально. Все вернули. Двое на одного. Бей злого деда. Богу Убунту. Ага. Давай, су. А молодцы, что делают? Приносит флаги. Окей. Бля, как он летает? Я не пойму. Что это у него? Прыжки. Все нужно просто. О, фиги. Это не прыжки, он тупо по воздуху летит и все. А, ну, можно просто по воздуху, но тут есть, можно подобрать этого какого орла. Полет. Потом можно. А, хист, понял. Five minute warning. Можем мы. Вообще тут меня одного хватит, может сами идти захватывать все там. Флаг куда-то спиздить, кстати. Вот, теперь одного хватит. Не-не-не, наш флаг, он был все время спиздить. Мне такое ощущение, будто этот чувак на нашей базе бегает. Нихрена себе тут оружие валяется.
трясет. Нет. Я продолжу вот эту фразу, да не культурную. Ну, ты никого не убил. Дефингер. Да, блядь, патроны как-то не вовремя кончились. Не вовремя кончим? Все. Угу. Наш лак несут. Ubisoft, не бей. Я хороший. Так, а у нас камикадзе. Ой. У нас камикадзе ниндзя свист. Нашел. Плохой. Да, в замке, он просто уходит. Здрасте. Решил бомбануть? Ух ты какой! А, вон он, все наверху бегает. Я думал, ты не видел его все это время. Осталось 3 минуты. Твоя школа, да? Значит, тебе ебать? You have the flag. Your flag. Take it. Your flag returned. Enemy flag returned. Enemy flag taken. А японский. Ты сколько у вас тут? Мои лаги мне не помогают. Ой-ой-ой. Дефендер, дефендер. Так, флаг у нас на базе. Бери. Ща даст. Действительно, лучшее оружие на карте. Да, это рейс. Мне аркиджан делает. Или телефон там не ударяется. Не, просто он так разогнался, что когда он летел тупо по воздуху, у него сзади дым шел. Это или пауэрап такой? Это он полет использовал в перемешку с спустя. Да, со своей этой самой. Как пить, дай кого-нибудь в читерстве обвинить. Сосайте, что? Зачем? Мы этого делать не хотим. One minute warning. You have the flag. Никто не спрашивает. К тебе идет агент. А вон еще один идет, Ubisoft. Ай, бля. А ну-ка, сосати. Блин, он надоел летать этот. Ты убил его? А, да. Сколько с флагом летает там, на вражеской базе? Правильно делает. Это флаг. Верните флаг. Ай-яй-яй. Молодцы. Жертву зовут. Молодец. О, да. Тот нам базу бомбанул. Давайте Industrial Revolution. А хотя нет, Dueling Keep. Не хотим, Stormforge слишком здоров. Ну бывает чё. О, Dueling Keeps, вот это мясо. Ну не мясо, хорошая карта на самом деле. Классика.
Ой, блин, нас... это сколько долго будет? Ну, еще на карту, еще две. Ну да, хорошая тема. Ну, сейчас после этой карты клонарину рубанем. Сделайте тайм-лимит побольше. Окей, сейчас будет. На сколько тайм? Сколько тебе сделал тайм-лимит? Я сейчас поставлю. 14 минут вроде как достаточно, слышу. Тем более карта небольшая. Ну, я. А ну назад. Нам бежит на магу. Бля. Всегда любил ты прав. Сейчас смотрю. Ну, да. Арена. Вот тут не скоро. Разбишь, бля. Еще и... Да-да-да, еще бабка. Флаг жали. Не, бабуля уже успокоилась. А, уже все, да? You have the flag. Enemy flag return. Your flag taken. Your flag taken. Your flag taken. Да, да, с таким пингом играть вообще. Пинг, потому что им бота прописывает. Посоветовал бы тебе ракетджампить, был на арене реально. Не тема. Просто вылез в окно и умер нахуй. Да. Ну да, я только тебя ваншотил с любого оружия. Опасно, ты как всегда вообще попадал. Бля, этот человек не yeah. Your flag taken. You have the flag. Ну чё, флаг забрали? Вообще. Flag return. Баблер, у тебя пинг постоянно 120, что на том серваке, что на этом. Так что это дело не в нас. У остальных ты пинг нормальный. Что ж такое мясо? Бать, мы налетели. Не, 4-4 играют. Да. Читасы. 4. Эти 4. Ой, фу. Не, ну они просто в наглую заходят и берут флаг. Ну а чё, церемонится? Enemy flag returned. Ага. Потому что они карту знают. А тебе чё, знай, блядь, вон он, значок, карта через всю эту отображается. Можно вообще ради какого-то нашего флага бегать и всё. Шесть, чё так быстро? Да. Мне тут тупо 10 минут ждать. Можно просто два флага забрать и всё. Можно. Но не нужно. Попробуй с ним пройти. Еще 0 смертей. Давайте попробуем с кем-то убить уже, наконец-то. Это ее.
Да. Мне опять. Говорят, у читера играют. Все дружно включились. Много ребят на подхвате. Да. Это мы расслабились. Your flag return. Прям трое вышли мне. Да ломимся мы, блядь. Еще-то ничего не получается. Я один вас троих раскидал. В чем их секрет, я не знаю. Но они к нам уже проломились. Вот тут Юбик с Агестой. Излоги. Вот, flag, вот это хорошо. Давайте, двое в защите, трое в нападении. Пока должно быть. Ну, класс. Классика. У нас, как обычно, все где ломятся. Сердечки? Где сердечки? Ем ответить. Ну нам как бы все равно один паспорт на защите стал. Два. Ага. Тут capture limit. А, ну да, 8. Все правильно, один флаг. Просто нужно брать себе. Короче, собрать, нужно. Броню, короче, пускай. Нужно просто чаще в клаку играть. Вот и все. Ну да. Никто не стал. Давайте чаще играть в клаку. Я не знаю, что нам мешает. Нам мешает вопли. О, давайте в это! О, давайте в это! И в итоге один человек хочет, а остальные. Поэтому лучше что-то вам надо. У кого-то там пароль не видел. Мой флаг забрать, представляете? Какую? И меня все убили. Первый раз убили. С ума сойти. И люди, а психи. Вроде кто-то флаг тащил. Дай брать дыру. Да, кто-то флаг тащил и уронил его. Бля, ребята, не тащит первый флаг. Всех второй. Красава, тащись. Уже не утащил. Развращайте, да. Развращайте флаг. Каким зале, бой. Прошу тебя пронесли. Че, может еще один Capture the Flag? Реванш? Давайте Industrial Revolution тогда. Давайте... А, не, Bloodlust в жопу, он отстойный. Gospel Crossing хороший. Да все поздно уже. Да, реально. Ну, тогда бота кикнем одного. А то у нас перевес. Да, вот это длинное. Здорово. Слушай, она есть где-то в воркшопе, просто ее название надо помнить. Некит. Mm-hmm. В 9 я не гуляю. Да. Prepare your team. Нахер шапку. Ну может я попаду с тех команд. Если ты защищаешь. Нет, какой-то тем баланс. Нужно делать баланс какой-то. Злой дед. Сейчас посмотрим, куда я зайду. Злой дед, давай, для синих. Сейчас посмотрим. Для синих заходи. За, блин. Ну вот, я за синих зашел. Отлично. Enemy flag taken. Enemy flag returned. Неизвестный мне карта. Ну это даже... Как тут жить? Как тут жить? Вон. Ой, это тут вода, оказывается. А я думал, что это за мачете. Да. Быть такого не может. Ну, как раз Юбик в синих. Нужно пауэрап отправить. Блять.
вспомним выстрел. Че? Влажно? Где влажно? Почесай губ? Да, в курсе. Он с квадом пришел. Еще ты его видел. Лэг! Я только один защищаю. Падает. Забрали. Enemy flag returned. Тебе уже давно звонят. Сейчас их слышу. Your flag returned. Флаг сейчас подберут. Regeneration. Дружище, я за тебя, алло. You have the flag. Но я с флагом. Enemy flag returns. Enemy scores. Your flag take it. Опять флаг собрали, да, мы. Заебали. Уже три. Как вышло? Потому что они поставили, второй сразу взяли. Не, ну нормально, ракеты. О, давай, Гога, погнал, красава, погнал, мой хороший, я тебя прикрою сейчас. Поверху бегай, там лучше. Вообще рейлган здесь немного. Поверху лучше бегать. Ты затрахал! А ты игра может читер? Пацаны, 10-10-0 опять. Жаль, тут нет киллстриков, как в Андрея. Это Call of Duty, да? Ну да, тогда я бы на вас уже бы... А, Харриера вызвал бы, наверное. Ага. Рейлган, что ли? Фига себе. Двери за ней не больше валяются. Короче, над флагом располагается новый этаж, рядом с флагом эти. Просто встаешь на флаг и на кинжам попрыгиваешь, и просто убегаешь.
Нет, реки запустили, что? Уже какой раз. Ну да, неплохо. Или на колдворе том, что, ну не знаю, выходит. Ну давай, точно убийцы. Так что геймплей был без курса ID и всем просто. Наконец. 12. Она пускает вчера. Вчерашний день. Все прогрессивные люди сидят в Дискорде. Your flag taken. Но это в скайпе. Нет, тут сейвит. Flag returned. Regeneration. Ну да. Ведь когда-то мы тоже там сидели. Потому что это был единственный способ тебя пригласить в диску. Больше с тобой связи. Теперь Дискорд тащил все. В стиме вы, собаки, ник меняете, я вас теряю. То ты принцесса Луна, то ты еще кто-то. А не, я злой дед. А не донатишкой был. Я сделаю проще, я все ники свои подпишу, что чтобы если кто-то аватарку и ник поменял, я все равно узнаю. Забавон защитник классный, я у него прям с подноса флаг взял. Да. Ну, стараюсь. Ну ты даже не пытался меня остановить. А я тебя и не видел. Да. Я что-то это... Capture the flag у нас мало кто-то получается. Либо кто-то нагибает, либо кто-то всасывает. Да, я чувствую злой где-то сразу. Это что-то выше, чем нагибает и всасывает. Взял квад дэмэдж, чтобы им кого-нибудь накормить. Че, пересоздаем? Чуваки, пересоздаем сервак, сейчас клан вор будет. Угу. Только, ребята, наверное, все. Ты все? This is who we. Да на всякий случай создам. Я тупо всех приглашу. Вообще пох. Люблю спамить. И так, клан арена, да, стандартная или вампирическая? А разница какая?
Хер его знает. Так, на колдваре, да? Кто-то пылесосит. Это не пылесосит, бабуля воду включила. Тебе бабуля с тобой завез дом? Ну да. Что она делает? Ты слышали это? Вот это вот, вот это вот. Это была его бабка. Она меня два года назад вот этим до жути напугала. Заходите! Пожалуйста. Тем, что Никита отошел от скайпа, и я слышу... Она просто, она седлает пылесос и катается на нем. И издает такие звуки. О, фанки хой. Round begins in 3, 2, 1. Fight. Я с ней сразу рейлганы понабрал и вместе держал. ФБ с перчатками на забавоне. Охренеть. Оу, ее. А че, меня уже убили? Ну ладно. Юрик хоть неплохо рассчитывает полет ракеты. Раптор говорит, я думал, что вы все. Round begins in 3, 2, 1. Fight. Я буду жить! Будешь ты жить? Да. Я буду жить. Тесто будет. Как? Почему ты не улетел в эту? Куда? Эту. Туалетную воду. Уметь надо. Вертикальный геймплей. До того, как стал мейнстримом, да? Геймплей. Эти суки чё, против меня что? Вот, да, да? А где он? Blue wins the round. Суки. Пустайте. Round begins in 3, 2, 1. Fight. Соточку ему снял, давай, добивай. Ча-ча решим. Некий, ты стреляешь не с такого расстояния, с которого можно убить. Я знаю. Last standing. Impressive. Да чё там, Юбик один остался. Конечно, он крутой пацан, но ты ему знаешь. Ты его слышал вообще? Он под тобой уже был. Да, спам гранатами на Cold War это вообще охуенно. Да. Я не слышал. На этом месте от Railgun не отлипал. Он там лоу хп, потому что их там всех побили. Ваншот, может быть. Вот он, блин. Не нервничай. О,
Раунд начинается в 3, 2, 1, fight! Сучара, ёп! Трахну я тебя, иди сюда! Ой. Бля! Ура! Пошумим. А чё, тут сфер жизни нету, да? Типа? Нету, нету. Ну, ладно. Сфер жизни. Бля, вы чё, поехали, что ли? Они на третьем этаже были вдвоём. Кто там у них остался-то? Там скользко-то, а? Че, он упал, что ли? Я так и знал. Нифига себе прилетело. Вообще. Там раптор остался. Не знаю, по-моему, раптор фул ппшный. Так, Никит? Ну, хрен знает. Ну, ты сейчас сдох. Раунд начинается в 3, 2, 1, fight! Детишки на улице, у них fight! Некий источник всех звуков на свете. Понятно. Даже которых не существует на этом свете. Ты чё, а? На! А ты чё думал-то против кого это выступать? А ну-ка. Некит, убегай. Все, значит, ты сдохнешь. Какой-то калмаш. Ну вы че, ребят? Куда ж ты? Куда ж нужен? Красавчик. Никогда я твой не пользуюсь. Бля. Че же все живые? Ого. Ах, лол, на гранате подорвался. Бля, я разбился. У нас неровное число, что аж обидно. Давай его за баллон убей. Легко. Ну спайм просто ракеты и все. Не туда. Ой. Давайте в куче держаться, тогда сосредоточим. Идите нахер, я вас не звал. Да сучка ты. Так, ниндзя почти мертв. Все.
Я, ну у меня очень мало хп. Да. Где-то. Зарежу. Да-да-да. Раньше убил. Blue wins the round. Эй, не я, охренеть! Round begins in 3. А, пацаны, спасите. One. Fight. Уже к нам идут. Если не к вам идут. Спай. Да сучки. Это не реально. Дед Влад убился. Нет, его нет здесь. Не знает о существовании. Бля. Нет, порвался. Ты ему в углу, это, в углу, блин, в игру скажи. Да? А. Ну да, тогда будет поровно. Мапа слишком здоровая. Берем оружие, оно у вас еще. А у вас еще оружия не было, вы убрать это. Непоганая тактика такая. Тактика в шутане, эх. Ну, в контре тактика тоже есть. Да ладно, тебе какая-то нравится. Ну да, если ты просто стреляешь, все. Да, нужно просто бегать стрелять. Самая хитрая тактика. Пацаны, всех троих поддамажу. Всех троих. Двигай, двигай булками. А магист бегает. Уже не бегаю рядом с тобой. Это уже убежала. Я уже сказал два раза. Давайте вместе бегать. Раунд так, главное логика. Они все там вместе бегают, они сильнее. Предлагают вместе бегать тебе. Ты такой, че, дурак, что ли, спринг? Пиздос, круто, 10-10. Ну, че, нерационально. И че, и где Тесла этот? Писан. Есть. Ушел куда? Эй, вы че, алё? Будем бить. Ой. О, бабка Никитка зашла. Круто. Хуяще. Живой есть. Я не хочу, чтобы она звенела. А не яр делает, а яу.
позвони. Раунд begins in 3, 2, 1. Куда сливается? Все ракеты мои собрал. Молодец, молодец, молодец. Супер. Сраный ниндзя. Сука, что это такое? Специально сменил ник и зашел еще раз, да? Бабка колокольчик. Я не знаю, не знаю, у меня просто... Вообще. У меня просто, наверное, диссонанс, потому что это Quake Life, понимаете? Это не Counter-Strike, не Dota. Что за угарище? Клёвые девки, чё сказать. Ого! Это чё было? А, ну ладно. Давай-ка, где я разогнал. Нахуй мне твой студент узнает. Чё, сука? Давай, пока. Лол, мне пока. Значит, не слышу, мейджор. А, Юбик убьет сейчас. Спасите от Юбика. Ха-ха-ха, получилось. Все. Лилу, я первый раунд. Потому что нас слип поровну. Бабка колокольчик. Иди сюда. И мы сложим. Зараза, она мне 55 хп оставила. Бля, я так пытался из воды выбраться. Так, добейте там какой-то красный чувак. Все, он палка дестроен, мертв. Альфа Титан, сука. Ну, сейчас играл. Засолуешь. О, еще один деревь. Ну уходи. Мы пока тут постоим. На портале еще постоим. Надеюсь, он меня не слышит. Нет. А кто где там вообще? Помогите. Помогите понять. Нашел. Что ты кричишь? Угорается. Но. Где? Нормально вообще. Я это даже все скринило. Ой, наверное, сходка просто эпик. Ну да, вот злой дед, дед Влад, еще кто-то. Все пенсионеры собрались. Все пенсионеры Quake Live пришли. Дед Блудак? Дед Луна. Влад. Дед Луна. Блуда. Дед Блуда. Last standing. Да.
Нет, пожалуйста, не только не фриферол, такая сайта. Потому что никому не хватает оружия, если просто бегают с пулеметами. И вот эта дрочка пулеметом уже надоел. Давайте инстагиб там или что-нибудь типа того. Или фристек. Инстагиб, фристек, что хочешь. Сейчас будет. А Эдж, а где тут Эдж? Нет. Ретрибьюшн тоже хорошая. Ретрибьюшн. Нету вырезали. Все. Может быть, она по-другому называется теперь? Нет, она еще должна же называться. The Edge через Т. А, да, вот нашел. И какой режим? Фристек. Два херили. Ну ладно. А может, инстагиб фристек, чтобы было веселее? Нет? Уже поздно. За. Просто подключимся и все. Сейчас попробуем. Нельзя. Сейчас я стану выглядеть. Тут вот как обычно, зараза. Через один раз все создается. А, блядь. Сейчас тогда я в лобби вас приглашу. Сейчас буду всех дико спамить. Ура. Задрот. Надо хоть еще одного для равенства. Да. Вот это стихии. Ой, что я запустил? Блять. Ну простите, ребят. Ну, это всего через 2 года, так что ничего такого. Это не Эдж, а какая-то херь непонятная. Я название перепутал, блядь. Я могу через консоль. Да. Очень ёбнутая карта. Так это ж из Unreal Tournament, ну и что? Vote passed. Даже не близко, не похоже на самом деле. Так, подключился, да? Вот, теперь оно. Да. Prepare your team. Деды пока не рыдают. Да. Three, two, one, fight. Немку. Неплохо. Пулемет есть. За пован соси. Че, сука, сейчас. А тут, короче, выиграть у нас вообще шансов нету. А как размораживать? Стой, просто стоишь рядом. Не, я не про это. Я тут немножко тупанул, я думал, еще кто остался, а меня не разморозили. Все бы отсюда. Нихуя.
Не, вот, да-да. Да-да, по в это, в водичку его столкните. Я на. Лол. Зараза, я тут с вами. Один остался. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, лагает, 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 лагает. Слишком много льда в экране, да? Я не потяну. Я чё, last standing? Да, Никита. Никита, прости. Так, нет, на грыб пошли. Надо куда бежать, когда он добраться? О! Пидор Лёха. Да. Да, что? Вот неужели вот эти вот белые лепешки нельзя в красный перекрасить и сделать от крови, а? Вот не понимаю. Вот ты когда разбиваешь чувака, когда вот освобождаешь, чё, блядь, нельзя текстуры в красный цвет перекрасить? Даже нет, слишком сложно, слишком сложно. Бля, пизда. Явно не по силам мод. Ну да, потому что тут никто не может никого разморозить, слишком сложно. Да, на пейнте перекрасить белое в красное. Ну, там не то, что там спрайт придется перекрашивать. Ну и что? Это очень легко, я даже я пейнте для третьего пейнта себе делаю. Звери. Бродяга охуел. Вали его, вали его. Тупор это. Three, two, one. Fight. Ой, толкнул у нас. Да не тупо. Да. Подобается нет. Ну так что, в Starbound сегодня будем или лучше завтра, а то время-то уже ебать. Ай, кто здесь? Баб, баб. Баб. Все одна проблема. Загоняй его туда. Нихуя. Будешь на лифте кататься всю свою жизнь. Поехали, дружище. Я тебя сейчас быстренько отпердолю. Он в воздухе завис, а? Так легко тебя будет разморозить. Сейчас он сдохнет. Team score. 3, 2, 1. Fight. А! Вот так, а? Спасибо. Last standing. Ну наконец-то. Кто говорил? 3, 2, 1. Нет, одно дело так, а другое дело по-другому. Короче, пацаны, такая тема. Находим одного, одного какого-нибудь козла отпущения и стоим возле него, пока до него за ними прыгнут. Так, тут у меня как алкоголь. Ну вот все, теперь в воде меня хрен разморозишь. Ой, вот это ты плохо сделал, конечно. Тебе меня не поднять. Кошмар, попробуй. Нужно два человека, чтобы из двух сторон подбирали. Наконец-то! Чё ты уселся, где остальную толпу лучше ищи?
Там один брат остался, все. Так, ну к вам еще. А, ну к нам лазер дед подключился. Хоть что-то. Бабушка, косатка, ну это вообще же. И бабка косатка. Your team score. 3, 2, 1. Last standing. Enemy scores. 3, 2, 1. Да. Вообще хэви машинган очень крутая тема. Упоролись люди. Да. Стой. Азуза. Ну да. Ну да. Ебучая аллея устроила из вас. Аллея красная. Забронировался хорошенько. 3, 2, 1. Fight. Ебать. Батя с травмами. Батя с травмами. Ай-яй-яй-яй-яй. Хоть с травмами, алё. 5-минут warning. Ого! Найс, его. Зажали. А ну, сосед! Я ж тебя взорвал, был взрыв. Standing. О, еще один в коллекцию. Assist. Ой, ой. Assist. Это люди козлы. Assist. У тебя читы были, как ты угадал, что они тут стоят? Ты хочешь меня размораживать? Меня батя с травмой спас. Your team scores. 3, 2, 1, fight!
Ну вот, теперь меня никто не найдет. Некит, мне кажется, ты ошибаешься. Ну чё? Меня заморозили, кинули к чейнгару. А, чейнгару. Кубик при смерти был. 3, 2, 1 Fight. Ой, бать странный с броней. Угу. Я просто не могу целиком его ник прочесть. Это сложно и невозможно. Еще иногда запрещено. Запрещено в России. Не. Сиди в углу. Батя с травмами, спаси. Злой дед, спасай! Спас, спас. Так, Никита еще не разморозил. Сиди, скучай. Не, куда бы попал его? Ну верни назад. Я оставил, что делать. Enemy scores. 3, 2, 1 Fight. А, может быть? Может, не надо, а? Я вместо. Last standing quad damage. Ну да, просто пара удачных ракет. Он размораживает всех, остановите его. А где он? Нормально, меня раптор в воду скинул. Тут пока рядом. 3, 2, 1 Fight. Такая ледышка сверху побегает. А это нами Джонис был нормально. Так, они какие-то спасать, потому что у меня есть сильная. Теперь есть. Спенсер, давай за красных. Спенсер. И давай в Дискорд заходи. О, здорово. Ай, хай, с вами Вангай! Лазерный человек. Лазер дед. Вообще-то да, это вообще-то был я. Я не лазерный. Sudden death. Ебать. Это жесть вообще. Спасибо Лазер деду за его великую победу. За его победу, да. Откуда вообще эти люди с разноцветными никами понабежали? Спасите меня! О. Ну что, специально еще меняет модельки, что ли? Их тут уже... Раптор, у него дабл дэмэдж. Да, драбл. А, ну садись. Давайте, тогда Старбаун завтра будет. Может. Тогда лучше завтра выходной соберемся и... А сейчас Флейк.
Раз уж так зашло. Никита, алло, Никита. Никита! Никита! Куда Никита убежал? Никит! Никита! Я понял, дрочи. Что ты там говоришь? Какой дрочи, говорю, 9 часов. А, все. О. Мы сейчас пойдем с ним. Охуять! Забавен сказал Квик, так зашел, что Starbound будет завтра. Сегодня не успеем, да и заняты многие. Раунд начинается в 3, 2, 1. Я хочу тоже, чтобы звук баба сказал. А это нужно сказал Starbound, писать TTS. И сказать. Это что, дезмач? Слэш TTS. Слэш TTS, да. Эй, народ, кто хочет поиграть в пользовательские игры в Доте, можете к нам присоединяться. Алистер Мацрай сказал, бля, Америка. Если хочешь с нами в Quake, заходи. Агуста сказал, Лёха Сисай. Да, блин, я с Данилом, с братом двоюродным просто играю. Одного оставлять. Все, погнали, короче, Лёх. Одного оставлять не хочу. Нет. Если у него было в Quake, то бля. Алистер Мацрай сказал, Никита Сисай. Копатель Хардлайн? Копатель Хардлайн. Юбик вылез. А, Юбик. Если хотите, если захотите. Или если когда закончите, может. В общем, хотел предложить. Погнали. Дальше. Некий, ты будешь? Раунд begins in 3, 2, 1. Fight. Так, все, пока, ребят, на тоже пошел. Ну давай, пока. До свидания. Давай. Мы тогда точно спасению как куда из. Это понятно. Бау, бау, бау. Blue wins the round. Round begins in 3, 2, 1. Fight! Blue wins the round. Раунд begins in. Но есть немножко тут насыпано. Да. Ты чё, голубь? Что тебе сыпать? Impressive. Impressive. Blue wins the round. Round begins in 3, 2, 1. Fight! Standing. Что ты орешь, как сучка? Раунд begins in 3, 2, 1. Standing. Red wins the round. Accuracy. Дед Мастер Мегавоин. Begins in
Дед мастер мегавоин. А это достойно, да. Легендарный дед мастер, да. Зараза, дед мастер меня убил, покарал. Да. Impressive. Blue wins the round. Accuracy. Round begins in 3, 2, 1. Ну, дед воин его скосил. Состриг, как траву. Раунд begins in 3, 2, 1. Fight. Ковер. Да. Дед с травмами. Ни хрена себе, спонсор двоих одним выстрелом. Вот это ты даешь. Раунд begins in 3, 2, 1. Деды заебали. Да-да-да, уже все. Каш. Ну да. Так-то, может, ты в Starbound успеем, но только не в 9, а в 10. Вот это что? Last standing. Забавен сказал Starbound сегодня в 22 часа по Москве. Red wins the round. Accuracy.
Ну а если мы сейчас выходим, то час есть отдохнуть и съесть. Раунд begins. Не, ну я не знаю, как правильно сказать. Все, начнем, посмотрим, что там. Last standing. Red wins the round. Round begins in 3, 2, 1. Fight. Last standing. Red wins the round. Accuracy. Да. Ампер, где ампер? 3, 2, 1. Fight. Ох, мясо-то пошло. Жарище. Последние два раунда. Крепчайся. Ужасно. Ну это да. Так, сейчас все дружно просываем, да? Чтобы побыстрее закончить. Федя Пупкин же инцидент. Ой, все, достаточно. Все, всем спасибо, всем пока. Йо-йо-йо, всем пока. Yeah.